школы медитации по Марку Аврелию. Стоическая философия помогает добиться успеха в жизни и душевного равновесия. Медитация на сегодняшний день. Начиная день, я мысленно отдаю себе отчет в том, что и сегодня мне придется встретиться с разными людьми, в том числе с навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми. Отчего именно проистекают в каждом из них эти свойства, мне не дано знать. Зато я знаю, что мне дано умение отличить прекрасную природу добра от постыдной зла. И еще я знаю, что человеку свойственно заблуждаться. Все мы люди, мы родственны меж собой. Мы созданы для совместной деятельности, как ноги и руки одного организма. И я знаю также, что меня сегодня защитит мое знание человеческой природы. И я не буду гневаться, ненавидеть. Ничто не выведет меня из себя. А это значит, мне удастся наполнить мой день осмысленным выполнением моих сегодняшних задач. За это я благодарю Господа Бога и природу, наделившую меня такими качествами.